Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о городской обуви. Ну, конечно же, каждый из вас знает, что городскую обувь каждый представляет себе по-разному. Кто-то представляет ее себе в виде изящных женских туфелек на 12-дюймовой шпильке, ну а кто-то, наоборот, хочет видеть надегу. И не просто надегу, а сочетание современных технологий и стильный, элегантный городской вид. И вот именно таковой является модель от компании Scarpa, всем очень хорошо известной итальянской обувной компании, которая называется Guide City. Вот такая вот легкая городская обувь в представлении компании Scarpa. Легкая городская обувь сделана из кожи особой выделки, которая называется Crazy Horse, имеет толщину 1,8 мм, что довольно внушительно. Вот, имеет она защитную обрезинку на носке, такую достаточно глубоко заходящую, длинную скальную шнуровку, как вы можете видеть, которая является уже фирменным коньком обуви этой компании, и очень хорошую подошву Vibram Symbioz Max CM. Подошва достаточно жесткая, с очень хорошим слоем промежуточным двойной плотности, что позволяет, в общем, надеяться на долговечность такой обуви. Вот, выглядят они очень хорошо, выглядят, я бы сказал, презентабельно и в какой-то степени даже элегантно. Не знаю, захотите ли носить их с красными шнурками в городе, тут уже, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Но в целом ботинок выглядит достаточно скромно и для города наверняка окажется хорош. Носить его в городе можно будет, прямо скажем, начиная с осени и заканчивая весной. И вам это все явно понравится. К тому же тут еще и мембрана. Мембрана тут стоит Gore-Tex Performance Comfort Footwear. Ну, сами понимаете, олдскульный, винтажный вид, очень легкий уход за таким верхом ботинком, высокая неприхотливость, такая же высокая надежность. В общем, с моей точки зрения, модель получилась у Scarpa такая, какая она должна быть. И несмотря на то, что компания Scarpa позиционирует эту модель как исключительно городскую, для городского использования, судя по тому, что мы видим, такая надежность вполне позволяет ее использование и для хайкинга, туристических походов невысокой сложности. Я бы, в принципе, сказал, что такая модель легко и вольготно позволит себя вам ощущать и за пределами города тоже. Это немного, согласитесь, добавляет функционала.